Друзья, всем привет! Вот сегодня решил вам показать, как я готовлю наживку на карпа, на карася, на любую мирную рыбу, также подлещик, плотва клюет. Она будет состоять у нас и как бы основа хлеба. Хлеб будем применять батон и ржаной хлеб. Также мы ее будем вместе смешивать халвой. Получается у нас универсальная насадка на карпа, на карася с халвой. Для этого мы сейчас из батона заберем всю мякоть, корку уберем и также обрежем края ржаного хлеба. Вот обрезаем края, они нам не понадобятся, только мякоть. Желательно хлеб взять мягкий, свежий, чтобы хорошо мялся. И из батона тоже корку уберем. И оставим мякоть. Я готовлю на рыбалку сразу как и ржаной хлеб, так и белый, потому что рыба бывает непредсказуемой. Сегодня берет на ржаной, завтра берет на батон. Также понадобится манка, но она в конце, я вам расскажу. Также вот взяли в пятерочке халву. Халву берите желательно без орехов. Подсолнечную. Так, вот сейчас я хлеб маничку уберу сюда, возьму халву. Ну, я думаю, вот нам треть часть халвы хватит. Уберем в сторону. Также халву нарежем. Ну, можно наломать, она крошится, как говорится, в крошки. Так вот. Нарезали, накрошили. Маленько в сторону уберем. Халва достаточно такая маслянистая, масляная. Приходится руки вытирать. Ну вот это у нас основа будет. Получается насадка. Хлеб, халва, ржаной и белый. Ржаной сейчас еще вот порежем вот на кусочки. Так вот, все убрали. Теперь мы, ну сейчас вот ее размельчим. Сразу чувствуется достаточно жирное. И потом вот хлеб вот так вот крошим. И вот вместе с халвой ее вот перемешиваем. Вот видите, вот получается вот такая масса. Мнем. Опять добавляем. Если хлеб маленечко суховат, можно смочить его водой. Но водой лучше бутилированной. Из крана не брать, там хлорка. И вот так вот мы мнем батон вместе с халвой. Ну еще тут добавили. Мнем. Да, и маленько постоять. Руки уже сразу видно. Такие маслянистые. Вот уберем в сторонку. Сейчас также будем проделывать с ржаным хлебом. Его ломаем. Перемешиваем. Хлеб достаточно мягкий. Так вот мнем. Добавляем. Халвой не бойтесь переборщить. Ничего страшного. Карась обожает халву. Кстати, вот болтушку тоже делаю. Ну, там ароматизатор я халву добавляю. Можете посмотреть на видео. Обалденно ловится карась, карп. Обожает эту приманочку. Вот так, видите, уже практически готово. Мнем до такого состояния, типа как бы тесто. Сейчас тут еще добавим в батон. Вот так можно разломить. Сюда посыпать. Видите, батон уже принял такой цвет халвы. Вот я вам покажу поближе здесь. Вот у нас это из ржаного хлеба, это вот из батона. Все достаточно хорошо мнется. Все хорошо получается.
Так, сейчас мы все остатки уберем, мусор уберем, еще немного помнем, и там уже буду показывать следующий этап, что будем делать. Вот так вот мнем их, можно с двух рук. Вот смотрите, руки видно, не видно, уже блестят, масло выделяет. Мнем до такого, состояния, чтобы было хорошо насадить, чтобы такие хорошие комочки попадались. Если получилась такая жидкая, вязкая, как говорится, наживка, ну тоже можно добавить хлеба, как ржаного, так и батона. Ну все, вот мнем двумя руками. Вот. Пахнет просто обалденно, прям вот на всю комнату. Мнем, не стесняемся. Чем дольше, тем насадка будет дольше сидеть. Насаживать сразу могу сказать. Приобретите, купите. Крючочки специально продаются с пружинкой. На ней насадка будет держаться достаточно хорошо и долго. Очень маслянистый халва у нас. Ну все, у нас вот готова такая наживка, но еще не до конца. Это у нас из ржаного хлеба, это батон с добавкой халвы. Так, и вот я еще говорил, зачем нам нужна будет манка. Манка нужна нам для того, чтобы не так пачкалось у нас, не так пачкались руки. Сейчас открою, насыплю ее. Ну, достаточно. И тем самым, вот сейчас вот показываю вам, обваливаем в маночке. Обваливаем. И опять же процесс повторяем. Процесс повторяем, мнем. Нет, помяли. Опять обвернули. Тем самым, когда будем уже насаживать саму наживку, вот эти частицы манки, манной крупы сухие, будут отделяться от насадки, пылить, делать облако, тем самым привлекать рыбу. О, не стесняемся. Ржаной такой уже достаточно хороший уже получилось. Ну, мните до такого состояния, чтобы было насадить. Батон уже. Запах просто обалденный. Еще раз повторюсь. Карась, карп. Да вся мирная рыба вообще обожает эту наживку. Я присмотрел на рыбалке, ну, ходил на рыбалку с одним рыбаком. Вот на такую приманку он ловил наживку. Достаточно хорошо. Я подошел, спросил, мне рецепт сказал. Ну, конечно, где я рыбачу, у нас вот в Нижегородской области, про такое первый раз слышу. Не стесняемся. Вот, вдавливаем. И руки уже не такие маслянистые. Ну все, ребят, мы закончили приготовление обалденной наживки на карася, на карпа, как из ржаного хлеба, так и из батона. Сейчас поближе вам покажу. Вот видите, такая наживка и вокруг нее манка. Все, насаживаем, делаем шарики, ну кто как любит, можно овальные шарики делать. Вот, пожалуйста. Ну, в зависимости от той рыбы, которую будете ловить. Покрупнее, помельче. Ну все, ребят, спасибо, кто смотрел видео. Не забываем ставить лайки, дизлайки. Кому понравилось, кому не понравилось.
сразу же подписываемся на канал. Для вас буду стараться делать еще новое видео. Также с наживок, также о наживках, о рыбалке. Все, что касается рыбалки. Все, ребята. Всем пока-пока. Пока. Пока.